Да я тебя накормлю шаурмой с вокзала, а я тебе доширак заварю. Да чтоб у тебя пельмешки слиплись, чтоб когда ты ел жирную сочную самсу, у тебя телефон зазвонил. Эти и другие угрозы услышишь сегодня в шоу «Well Done». Привет, меня зовут Вильдан Милышев. Люблю я макароны, говорила классика. Насколько наши гости сегодня разбираются в еде, узнаем прямо сейчас. Это шоу «Well Done», мы начинаем! Неспроста заговорила идея, потому что у нас сегодня собрались ценители вкусностей. А справа от меня великолепные гурманы. Аплодисменты вам, друзья! Тот самый любящий поесть, Погодаев, Александр, тебе аплодисменты. Всем привет. С вами Александр, ты же эксперт Погодаев из команды критиков. Эксперт в поедании мяса, птицы, овощей, рыбы, стейков, салата, вообще любой еды. Ну и сегодня станем еще экспертом в поедании соперников. Не хуже разбирается в еде Анна Гаранина. Всем привет, меня зовут Анна Гаранина, и я повелительница гневных отзывов от самого пикантного сообщества полуострова «Пикантная правда Симферополя». После нашего скандала станет вам не до пиара, так что, рестораторы, держитесь. Аплодисменты! И знает, где вкусненько покушать, Саша Чурюкин. Аплодисменты, Саш! Привет, меня зовут Александр. Рестораны открываются и закрываются, а ресторанные критики есть всегда. Мы знаем вкус многих блюд, а сегодня мы узнаем вкус победы. Конфронтация сторон напротив вас, те самые, которые подают эти вкусняшки людям, рестораторы. Тимур Бекаев. Привет, я Тимур тот, что Бекаев, и наша команда побеждает обычно во всем. И сегодня мы, соответственно, тоже победим, ведь это не исключение. Спасибо. Давид Унанян. Привет, меня зовут Давид Унанян. Я более 12 лет в ресторанном бизнесе и более 4 лет владею собственными проектами и ими же руковожу. Пришли на проект, потому что позвали. Всем хорошей игры. И Вова Ким. Привет, меня зовут Вова. Мои родители всегда хотели, чтобы я стал банкиром, но что-то пошло не так. Сюда мы пришли выиграть и даже смотрели обучающие курсы по СУЕФА. Итак, друзья, есть еще один человек, которого нужно представить. Наш диджей Денис Епаров. Ему аплодисменты тоже, да? Итак, друзья, для того, чтобы наше соревнование началось, нужно представить команды. И выбрать, кто же будет называть команды, очень просто. Прошу одного человека от вас, одного человека от вас. Кто будет? Итак, все очень просто. На СУЕФА победитель выбирает название себе и команде оппонента. Если вы готовы, то начинаем. СУЕФА! Занимаем места. Итак, Анна, давайте-ка придумаем название сначала. Оппонентам назовутся они... Чешушули по-аджарски. Чешушули по-аджарски! Вот так вот! А как вы назоветесь? Вау! Вау! Да. Вау! Очаровательно! Анна, молодец! Присаживайтесь! Друзья, название команд есть. Первый конкурс простой. Называется «Поисковик». Введя некое словосочетание в поисковую систему, она мне выбивает топ слов, следующих за этим словосочетанием. Итак, давайте-ка выясним, угадаете ли вы самые популярные запросы для вас. Словосочетание «самый вкусный». Что может быть самым вкусным, что чаще всего ищут? Плов. Самый вкусный плов? Нет. Самый. Чешушули. Плюс 2 балла, но там нет. Как бы чешушули. Молодец, идем далее. Самый вкусный салат. Да! Плюс 5 баллов, да! Есть! Ну давайте еще подумаем, что еще самый вкусный? Кофе. Да, плюс 5 баллов, молодец, да! Двигаемся далее. Есть у меня еще один запрос, начинаем с вас. Официант из... ресторана. Официант из ресторана. Из Нет. Официант из... кафе. Официант из кафе на Монмартре. Есть такой запрос. Ты молодец. Плюс 5 баллов. Все, все. Официант из... фильма. Какого? Ну, что-нибудь, ну скажи, да. Из сериала «Кухня». Молодец. Вот тебе 5 баллов. Да! Итак, друзья, первый конкурс прошел, у нас уже есть баллы. Денис, озвучь их. Чешушули по-аджарски. 12 баллов. 12. Молодцы, да. А здесь? 10 баллов. Молодцы, отлично. Дружище, привет. Не хватает яркости в жизни?
Идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство – большая перемена. Следующий конкурс называется «На языке верчу». А иногда бывает, что вертится на языке название, не можешь вспомнить, что за песня. Постарайтесь вспомнить песню. А усложняется это тем, что текст песни я перевел на несколько языков и вновь вернул к русскому. Да. Кто от вас первый, любой один? Я лучше всех верчу. Вертишь? Становись сюда. Итак, если ты готов, то начинаем. Напоминаю, ты тоже можешь принимать участие, если назовешь название команды. Итак, готов. Громко. Так, я в основном плюю на твои принципы. Давай. Вы плюете в мою сторону. Ну, это не важно. Посмотрите на мои истории, они сломаны, тормозят. И вот дальше. Пускай это будет Федук. Федук тоже нет. Ладно, вы, наверное, не знаете. А, есть тип, который всякий бред поет, называет его Ган Вест. Это песня что? Никотин. Никотин. Он заводным голосом. Ну вы пытались. Анна, приглашаю вас. Уверен, эта песня вам знакома. Давайте-ка поехали. Тону на мартини, моя мама на твоей реке в пути. Я ищу причины остаться здесь и причины уйти. Вы хотите позвонить? Веревки порваны, и между нами есть тонкая нить. А тебе я не буду снимать фильм в твоем сотовом. На телефоне насвистывает твой страх. Ну кто, стой? Это попсово. Напевай. Это же страх, слезы, боль, вот это песня. Не сходи с ума, не жалей. Это Тимати. Ну, был там, он же сначала тонул в мартини, там что-то такое, тини, скарлатини. Кто от вас еще? Еще одна есть песня. Оп, давай. Не знаю, знаешь ли ты? Это название нового заведения. Поехали. Каменная леди, ледяная норка, вместо сердца камень, вместо ощущения маски. Ну а? Больно снова. Одиночество гад. Чешули, пожалуйста. Одиночество. Ну там сволочь! Слава! Ну это сволочь! Да, маме будет стыдно смотреть эту программу. От вас еще один человек, кто будет петь? Есть еще одна. Итак, если ты готов, то поехали погромче, давай. Я вижу эту вымышленную куклу. Приятно и не пластично. Я возьму эту Барби на несколько штук сейчас. Будет дрова, все. Что я могу сделать? Холост, молодой человек. Вау, что это? Холостяк. Да, ты так не можешь уже петь. Ты уже не холостяк. Слушайте, вот 5 баллов, да, холостяк, все верно. Итак, друзья, очередной конкурс завершился. Нужно узнать, есть ли еще больше разрыв или кто-то выходит вперед. Денис, говори цифры. Так, команда ВАУ набирает 20 баллов. 20! Я думаю, что это пока маленькая ВАУ и дальше будет еще больше. Ну а пока что команда рестораторов набирает 17 баллов. Итак, мы продолжаем. Конкурс называется «Что за покемон?». Один представитель от команды становится вот сюда, где я стою. Сзади него вывешивается стикер с именем человека, которого он должен угадать. Есть на это всего лишь одна минута. Коллеги по команде могут давать лишь ответ «да» или «нет». А он может задавать любые вопросы. За минуту главное все-таки угадать. Ты уже готов, я смотрю, да? Нет? Кто от вас? Давид, аплодисменты Давиду. Стикер я попрошу уже вывесить у нас на стенку. Денис готов, время, минута, пошла. Парень или девушка? Да или нет, они говорят. Парень, я жив? Да, да. Я певец? Нет. Актер? Нет. Политик? Нет. Известная личность? Да. Российская? Да. Да. Так, если я не политик, кто я тогда? Это связано с искусством это? Да. Вова, молчи. Этот, это ресторатор? Да. Новиков? Нет. Это крымский человек? Нет. Российский? Да. Москва? Да. Ну да. Он русский? Да. Но он связан с ресторанами? Да, да, да. Ивлев? Нет. Нет, нет, нет. Он не повар? Повар? Нет, нет, нет. Не шеф-повар? Да или нет? Да, шеф-повар. Блин, кто у нас шеф-повара еще есть?
А Баринов из кухни, наверное. Ой, нет, стой, подожди, как хорошо. Мне все коллеги говорят, поставь Ивлева. Давай загадаем Ивлева. Его хотели выбрать, видите? Я хорошо, что не взял его. Итак, смотри, он русский, он связан с кухней, он всем известен, а ныне присутствующим здесь, уверен, каждый его знает. Раз, два, три, любую фамилию. Усатый. А, этот, уже подожди. Поздно, это Борис Бурда. Усатый, полосатый, ладно. Борис Бурда. Давиду спасибо большое. От вас кто будет угадывать? Итак, ребят, условия все те же. Вы не подсказываете, вы отвечаете только да или нет. Стикер уже вывешен у нас на стене. И ребята знают, кто это, да? А подойди, да, вот так. Встань вот сюда. Конечно, вот здесь все, стоишь. Тихо, тихо, тихо. Минута пошла. Мужчина? Да. Связан с ресторанами? Нет, вообще. Актер? Нет. Певец? Нет. Политик? Нет. Саша? Так, блин, не знаю. Думай, думай. Просто умный. Да. Да. Что, где, когда? Вот это. Александр Друзья. 10 баллов. Досрочный ответ, получаешь 10 баллов, это круто, это круто. Ребят, еще один шанс есть заработать баллы. Ну кто? Давайте. Итак, молчите, не подсказывайте ни жестами, ни мимикой, никак. Тимур готов, а Денис готов, минута у нас пошла. Я парень? Да. Я известный? Да. Артист? Нет. Политик? Да. Политик Кличко? Нет. Янукович? Нет. Ющенко? Российский политик? Да. Путин? Медведев? Нет. Кто еще? Это Тимошенко. Как ее? Собчак? Жириновский? Нет! Да! О, Жириновский, да! 10 баллов! Кто же? Да Друзь тоже была. Саша, стоись. Есть стикер, пожалуйста, на стеночку. Вы знакомы с этим человеком, да? Есть? А я знаю этого человека. Есть, минута пошла. Мужчина? Да. Живу или жил? Живу. Политика? Нет. Кухня? Нет. Спорт? Нет. Телеведущий? Нет. Музыка? Телеведущий такой был, ну ладно, да, нет. Музыка и, блин, сбивать танцы какие-то. А музыка, да, точно. Музыка, певец? Ну, да. Да. Композитор, певец? Ну, я не знаю, думайте сами. Да. Он старый или молодой? Старый. Ну, он, да, нет, да. Он для каких-то фильмов, он писал музыку или пел? Да. Писал музыку? Да. Боярский? Да. Хорошо, для фильмов он, а я забыл, нет. Писал или пел? Я сказал, и то, и то. Писал, готовил. Хорошо, так. Писал и готовил. И готов. Макаревич? Да! Саша! Я ничего не слышал. Саша! А что ты не слышал? Что он сказал, что он писал, и песни, и пел, писал, и готовил. И старый, да? И уже не молодой. Я бы с удовольствием дал 10 баллов за досрочный, но даю лишь 5, потому что была маленькая подсказка. 7. Будешь торговаться, будет 3 сейчас. Будет 3. 5 баллов есть, ребята. Молодцы. Итак, друзья, очередной конкурс подошел к концу. Нужно узнать баллы. Кто же вырывается вперед? Денис, давай. Критику писать это вам не готовить, поэтому, друзья мои, вау вырывается вперед, у них 35 баллов. Ну а чешую по-аджарски? Ну, сказал, сколько? 27 баллов. Нормально. Вот он. Черный, а точнее белый ящик, конечно же, да. Белый ящик есть, и конкурс называется... Кто там? Здесь кто-то или что-то находится. И ваша задача, нащупав это, определить, что же там такое. Я вижу, Анна, нет, Анна. Аплодисментами Анну приглашаем, да! Подожди, стой, пока еще ничего. Ребятки, напоминаю, реакция, можно реакцию показывать, но не называйте, что там находится, хорошо? Чтобы это было интереснее. Телезритель мой дорогой, смотри внимательно. Итак, мы поехали. Это не Борис Бурда, точно. Это не Борис Бурда, да. И даже не его часть. Давай попробуем. Главное, ты нам комментируй все, что ты там можешь нащупать. Итак, поехали. Давайте посмотрим, что же там такое. Там нет перчаток. Нет перчаток. А что это такое? Колюченькое. Хачапури по-аджарски, кажется. Живое? Нет? Что там? Кто там? Да, какая-то ящерка. Это ящерица, Аня, это права. Ящерица не змея. Да? Молодец, Аня, да, это всего лишь ящерица. Аня вам принесла целых 10 баллов. Молодцы!
Анна справилась за секунду, не испугавшись того, что было в ящике. Мужчины, кого под танк бросаем? Вова, аплодисменты, Вове! То есть Вову, в принципе, не жалко, да, если кто-то его там цапнет? Нет, просто если там будет собака, то ей не повезло. Я понял тебя. Дальше додумайте шутку сами, ребята, да? Давайте-ка посмотрим, что там находится у нас. Давай-ка его пощупаешь. Не надо, не надо. Да давай, не бойся. Главное, ты описывай, что там такое у тебя. Я здесь останусь. Живое, не живое, нет? Ну вот оно вот на этой посудине. Оно. На посудине, да? Да. Есть можно, нет? Ну, ну ты да. Можешь, ты да. Можешь даже это есть. Посмелее. Собака там? Фу, что-то слизь, да, какая-то там, что-то, что-то. Что-то, что-то. По-моему, он не угадает. Желе какое-то. Не совсем. Ну вот там оно там вот. Оно, наверное, было желе. Это когда-то было желе. Блин, а что-то такое, там млекопитающее, ну такое. Ну, в общем, жучок, ладно, ну, такой приятненький. Я бы съел, знаешь, это под табаско. Под табаско, за прекрасный рецепт жука желатинового. Вове тоже достается 5 баллов, не такое страшное. О, спасибо тебе, да. Да, да. Ребят, конкурс завершился. Опять нужно спросить у Дениса, какие баллы, говори счет. В результате того, что наши команды были одинаково хороши, критики набирают 45 баллов. Вот! А рестораторы 37. О-о-о. Молодцы! Друзья, конкурс называется «Кикадзару». Уверен, каждому из вас знакома композиция из трех обезьян. Ничего не вижу, не слышу, не говорю. Вот та, которая ничего не слышит, и зовется «Кикадзару». А прямо сейчас один из вас будет играть роль мартышки. А ему мы дадим наушники, в которые громко-громко будет играть «Рамштайн». А другой напротив него должен членораздельно настолько четко проговорить словосочетание, чтобы тот смог прочитать по губам. А с кого из вас начнем? Итак, кто? Давайте, кто? Пойдем. Отлично. Держи наушники. Становись здесь. Готов, Серов. Саша пока нас слышит, правильно? Пока слышу, да. Пока слышишь. А вот теперь... Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Итак, у тебя есть ровно одна минута, чтобы ты ему рассказал слово «бесшабашный билет». Минута пошла, поехали. Второе давай. Пират. Чего он не говорит? Бинал. Ближе ко мне, Саш, не подходи. Билат. Я не знаю, окончание не слышу. Билет. Пилот. Не знаю. Еще скажи четче. Билет. Я не знаю даже слов таких. Потому что первое я не объясню. Билет. Да ну тебя. Стой. Предположения, Саш, какие-нибудь есть, как думаешь, что он хотел сказать? Что-то среднее между пират и пенал, как бы. А это было что? Билет. Бесшабашный билет. Ладно, это было сложно. Бесшабашный, ребята. Было близко. Первый даже не стал. От вас ты кто? Ты бы сказал тогда не пи. Ребятки, держите. Все то же самое абсолютно. Остановись здесь, Давид, ближе немножечко. Остановись здесь. Есть. Здесь. Ты нас пока слышишь? А вот теперь... Это Рамштайн, детка. Итак, словосочетание «игристый чебурашка». Минута пошла. Игра. Игра. Мне кажется, ты просто кривляешься. Куксир! Да? Это... Игра. Игра. Салям алейкум. Игра. Одно слово или два? Два. Два. Первое слово. Игристый. Я вижу... Второе.
Второе слово. Танцует! Танцует! Чебурашка! Капуста! Да давай игра! Чебурашка! А? Чебурашка! Простая черепашка! Игристая! Блин! Игра! Ты какой-то салат назвал! Я по-корейски просто говорю. Все, стой. А, предположение есть, Давид, что-то может быть? Давай. Я не знаю, Вова показывал и так. И что это было? Игристый. Игристый. Чебурашка. Чебурашка. Было сложно. Ладно, аплодисменты вам. Есть. No more. Нет больше терпения. Денис, называй уже скорее цифры. Итак... Так как ребята были молодцами, так здорово участвовали в этом конкурсе, что больше так делать не надо. Счет, друзья мои, не изменился, поэтому по нулям за этот раунд. Отлично, двигаемся далее, ребятки. Как это было очевидно. Не уверена, хлопки слышны от Саши. Саша, нормально, руками как бы хлопать левой и правой. А конкурс называется «Куинджи», ребята. А мы сейчас будем играть в художников, а не живописцев, а вот то, что здесь нарисовано, то и будем рисовать, писать картины. Саша будет первым. Он с закрытыми глазами за минуту должен закончить эту картину, а Саша с Аней будут подсказывать, что именно делать. Давай руку, оп, вот сюда идем. А вот это один край мольберта, так, да, вот второй размер. Край мольберта, как бы, да? А, Саш, готов? А у тебя есть ровно минута. Итак, минута так, пошла. Меня куда подсказывать, что ли? По центру приблизительно. Вот скажите, что нарисует. Выше, еще выше. Вы правее. Что это? Чуть правее. Что морковка. Морковка. Правее. Чуть ниже. Начинай. Все, теперь рисуй ботву эту. Ботву? Давай. То есть вот эти штуки? Не так. Сплошной. Красиво. Сплошной рисуй, на флаге Канады. Понял, как канадский этот самый? Вот такой рисуй, листик, только такой пилистый. Ты не знаешь, как листик Канады. Короче, давай очертания сначала. Сплошной линии, веди вниз. Сплошной линии, пилистая. Да, веди вниз. Вниз. Такой круг. Справа, закругли, потом еще раз закругли, Саша, я не понимаю. Нарисуй морковку. Где? Давай, тут? Нет, еще ниже, Саша, ниже, еще ниже. Начинай. Чуть выше. Вот, да. Полукруг направо. Еще ниже. Все, и время закончилось. Ну-ка, гляди, снимай слипер. Надо, чтобы кто-то один. Я же говорю, как канадский листик, Саша. Садись, Саша. Мне больше сначала туловище понравилось то, как он рисовал вот это. Рисуй ботву. Да, ребят. Ребят, ну по 10-бальной это двоечка. Как 4! Бы. Да двоечка. Да смотри, как попал. Ну, да не больше. Да ну чего. Так, если будем спорить, будет полбалла. Да. Тимур, давай поднимайся. Я точно. Ты правша, левша? Правша. Итак, вот тебе маркер. Итак, с левой стороны нужно тебе дорисовать рисуночек. Минута пошла. Поехали. Вот с этой стороны. Да. Тимур, это выше. Цветок, только выше, без правее, стебля. Правее. Без стебля. Без стебля, правее, сам цветок. Правее, Тимур. Правее. Ниже. Еще. Чуть-чуть. Вот отсюда точку веди вниз. Что это? Влево такую радугу веди. Вот, стоп! Теперь ниже. Теперь опять вниз. Еще раз. Да. Давай, ниже, до конца вниз. Точку нижнюю найди левой рукой. Еще, вправее. Да, к ней веди, к ней веди. Прям четко. Ой, красавчик. А теперь... Тимур, это не тандыр. Цветок. Выше. Еще. Левей. Еще чуть левее. Чуть-чуть ниже. Рисуй усика вверх. Просто торгание усика. Еще выше их рисуй. Выше. Вот, хорош. Вот, все, да, хватит. Что, мы выиграли? Да. Это явно теперь лучше. Вот прям здесь ставь точку. Тогда... Веди вниз полосу. Оп. Все. Глазам, ну-ка, что это? Нечто связывает ваши рисунки, что там вот это вот непонятное было, что здесь? Тимур, садись, я все-таки считаю, да? Телезрители, дорогие друзья, гости, ну, это больше похоже, как бы, да, и практически все есть. Ну, не 10, но 5 баллов за это есть. Ну, да.
друзья, у нас еще один конкурс, но перед этим баллы. Денис, вот теперь интересно, давай-ка какой счет? Наверное, благодаря креативному мышлению наших рестораторов, ну? Они сокращают разрыв, получают 42 балла. Воп! Да. Да. Ребят, ну вы тоже пока молодцы. 47 баллов. Есть, есть, есть отрыв. Ребят, следующий конкурс может решить многое. Называется он «Крокошто». Это крокодил, вы все знаете, как в него играть. Один становится здесь, я ему показываю слова. Он их пытается показать своим товарищам по команде. Можно неограниченное количество слов показать. Есть только одно ограничение, ровно одна минута. За угаданное слово плюс 5 баллов, за пропуск слова минус 3. С кого начнем? С них. Отлично, договорились. Вот молодец, прям резкий, а? Смотри. Готов, Тимур? Давай. За артистизм я буду добавлять вот прям от души. Итак, минута пошла. Одно-два слова сразу говори, одно-два слова. Одно слово везде. Писать. Писать. Ты ученик. Писатель. Ученик, преподаватель, директор или кто ты? Двоечник. Расписаться или что? Ты двоечник. Неуч. Хулиган. Я не знаю, как он это покажет. Отчислили, двоечник. Не сдал экзамен, выгнали. На второй год остался? На второй год. Второгодка. Да, второгодник, молодец. Я просто сам остался на второй год. Скрипач, скрипка. Скрипка. Струны, ноты. Музыкант, который пишет песни, да? Композитор. Да, молодец! Я просто композитор. Дом, крыша. Крыша, дом, пирамида. Пирамида? Я просто из Египта. Египта. Колбаса, хот-дог, бургер, сэндвич. Ты просто пекарь. Шашлык, мангал, что ты делаешь? Нарез, сковородка. Сковородка, жаворонищицу, подожди, давай посмотрим. Да вы бы все равно не угадали. Тимур бы неправильно показал, наверное. Я бы показал масло, оливковое, оливо. Тимур, аплодисменты, молодец, Тимур. Нормально, 20 баллов. Кто следующий? Вова, Давид. Кто? Молодцы. Итак. Подожди, а сейчас артистизм. Показывать. Ну где у нет. Сюда. Можешь, да. Денис готов. Вова готов. Минута пошла. Часы, время, таймер. Да, время. Пози. Я просто из Швейцарии. Спина. Грыжа. Боль. Ок. Просто боль. Мигрень. Боль. Или что это? Это действие какое-то? Таблет обезболивающее. Болезнь. Головная боль. Болезнь. Или органы, больные органы, отек. Отек спины, этот, позвоночник. Спазм. Четыре слова? Четыре. Холод. Зима. Дождь. Время времена года. Времена года. Зима, лето, весна, лето, осень. Что? Четыре времени года. Пора года. Это жестко. Сейчас уже заработал, но сольет. Маршрутка, транспорт, автобус, троллейбус, такси, трамвай, поезд. Рельсы. Канатная дорога или что? По рельсам? Рельсы? Рельсы? Трамвай. А, ну почти, ну давай, все, время уже вышло, подожди. Электричка. Ну после, я даю не 5, а 3 балла даю, ладно, за отгаданное слово, молодец, хорошо. Есть, успели. Вот, спасибо. Спазм, как показать? Спазм. А ты бы как показал бы спазм? Как бы показал спазм? Я бы сказал им просто. Это. Спазм, ребята, чего не могли? Так, понятно. Денис готов, Давид готов. Минута пошла. Компьютер, ноутбук. Компьютер. Монитор. Монитор. Сенсорный экран. Буквы, шрифт. Писать. Рисовать, писать. Три слова. Угу. Давай дальше. Ссылка, он 3W показывал. Я не знаю. Ну, да давай дальше, это будет помощь. Молекула. Орех. Угу. Арахис. Арахис, да. Ты армянин. Не русский. Кореец. Шотландец. Юбка. Балерина. Mm-hmm. Балерина. Балерун. Балерон. Армянская балерина. Образ был. Ладно, следующий ньюс. Ну я же говорил. Аплодисменты Давиду. Это жестко. Я думал, там будет мангал, шампур, что-то такое слова. Я уже...
Напоминаю еще раз всем игрокам и телезрителям, я пользуюсь специальной программой, она в рандомном порядке дает слова. Это не я их вам придумываю, поэтому продолжаем. Все честно. Кто от вас? Саша? Да, по очереди. Давай. Итак, ты готов? Все. Все, внимание мне, давай, давай. Итак, Саша готов, Саша, Аня готовы тоже. Минута твоя началась. Санитария. Так, я продолжаю, молодец. Какой? Наездник, наездник. Наездник, да. Каша, 5. Оценка. Оценка. Качество. Качество, да. Певец. Певец, оперный певец, вокалист. Вокал. Вокалист. Нота. Диапазон. Тональность. Диапазон, тональность. Тон. Тон, да. Молодец. Ты красавчик. Красавчик. Ты из чемодана. Да давай, 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 дальше. Дальше. Молодежь. Ну, вообще не ты. Спираль. Круг, да. У меня это... Поломка какая-то, что-то сломалось. Ящик. Пиявки какие-то, кто это? Электричество. Коробка. Дефибриллятор какой-то. Ну, что? Нет, давай, давай, давай. Следующая, Саша. Транквилизатор. Улей. Все, 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 время закончилось. Время забил. Ну, пока сон. Но это и не кровать, и не спать. Нет, это было слово. Спальник было слово. Он даже не успел. Это был гном. Раньше Саша аплодисменты, да. Молодежь, я не понял. Покажи себе. Минута пошла. Компьютер, нет, ты готовишь что-то? Шампур, специи. Мангал. Специи, пробуешь. Проба. Что ты пробуешь? Чем? Откуда? Сковородка, кастрюля. Что там? Тазик. Чан. Нет, таз. Ты, внутри, ты это бульон. Откуда? Бульон. Бульон. Прыщик. Укусило что-то тебя. Спазм, конвульсия. Вот в этом. Нерв. В голове что-то. Что-то застряло в зубах. Давай дальше. Вот. Моль, зуба. Щека. Скула. Неважно, давай. Тик, нервный тик. Нет, полезно. Куда ты становишься? Коробки какие-то. Ступеньки. Что это? Ты переступаешь. Пьедестал, подиум, почет, первое место. Что? Основание. О, господи. Сейчас они нам сосудят. Машина. Машина. Мигалка. Полиция, скорая, пожарная. Сигнализация. Аплодисменты Анне, да! И не отглазили! Саш, твой черед. Вся надежда на меня. Вот теперь на тебя действительно надежда вся. Ну, давай. Денис, давай, готов? Давай, все готовы? Давай, минута пошла. Длинное что там? Ты тыкаешь что-то, а программист что? Диджей, микрофон, пульт какой-то. Ты переставляешь. Какой-то приправы какие-то. Микшер, что это? Компьютер, нет? Там кнопки, весы. Баночки какие-то. Воняет, воняет. Давай дальше. Дальше давай, Саш. Ты что-то переставляешь, поле какое-то для фигурок. Шахматы. Ты шахматист. Шахматист. Что? Это, да, ты умный шахматист. Ну, имя. Чемпион. Чемпион в шахматах. Все, дальше. Магистр. Гроссмейстер. Забыл, да. Лошадь, наездник, всадник, шпоры. Шпоры. Ковбои эти. Ну, сапоги, казаки. А, эти. Куда ставишь ноги? Удила. Ты лошадь. Лошадь. Ты лошадь. Копыта. Копыта. Вот. Колбаса, нарезаешь. Нарезка. Ты нарезаешь. Нож. Давай, добей. Ну давай, есть еще. Подожди, что не говори. Итак, что это? Ну-ка, последнее слово. Ну. Блин. Ну, нож, я не знаю, не нарезка, потому что это нарезка. Скажи им сам. Салями. Салями. И еще один сложнейший конкурс подошел к концу. Денис, называй цифры. Давай. Не просто сложнейший конкурс, а конкурс, который перевернул ход игры, и ну? Вперед выходит команда наших замечательных рестораторов. Воу! Сколько у ребят? 57 баллов зарабатывают ребята. Есть, да. Здесь сколько? А здесь 50. Молодцы. Ну, есть 7 баллов разница, да. 7 баллов разница. Абсолютно малюсенькая. Отставание. Потому что следующий конкурс называется «Блиц-шприц». Очень быстрый, молниеносный, и он может перевернуть игру действительно. За правильный ответ, если вы за 5 секунд сможете мне перечислить 3 чего-нибудь и сделаете это вовремя и верно, я вам подарю сразу же 10 баллов. То есть этот конкурс может все перевернуть. Давайте-ка будем надеяться, что все получится.
Да? Ты опять был первый, ладно. Баллов не даю, но он был первый. Итак, смотри, за 5 секунд назови мне, пожалуйста, 3 съедобные красные рыбы. Семга, лосось, форель. Молодец. Работаю. Да, не опозорился. Пригодилось наконец-то. Давид, за 5 секунд назови 3 овоща на букву Б. Баклажан, брокколи и болгарский перец. Болгарский перец, да. Есть, молодец. За 5 секунд не успел, не 10 баллов, но 5 даю, за 5 секунд не успел все-таки. 5 баллов есть, молодец, есть, да. Вова, за 5 секунд назови, пожалуйста, 3 фрукта и ягоды на букву Ж. Поехали. Это не фрукт, то, что ты говоришь. А фрукты и ягоды? Фрукты и ягоды, хоть что-нибудь. Ну давай хоть что-нибудь. Жимолость. Жасмин. Жожоба. Жердела. Есть! Такой я и тупой. Не так, Саш. Да ну это было на Ж. Назови, пожалуйста, за 5 секунд 3 съедобных рогообразных. Раки, креветки, лобстеры. Молодец, 10 баллов. За скорость я добавляю. 10 вместо 5, даю 10. Аня, назови, пожалуйста, 3 специи на букву А. Амарант, анис, Есть еще, да, аир, ангелика китайская, апельсиновая цедра, которая считается, ну, в любом случае, 5 баллов. Есть, отлично, да. 3. Овощи на букву С. Красавчик. Сельдерей. Да. Салат. Свекла. Свекла, да. Свекла, как будто его обидел. Не, я ему говорил, ну свекла, ладно. 3 балла даю Саше. Молодец, Саша. Дружище, привет. Не хватает яркости в жизни. Идея, праздник, свет, звук, сцена, агентство, большая перемена. Ну вот и все. Осталось лишь узнать баллы и имя победителя. Денис. Есть те, кто останется в нашей программе, есть те, кто пойдет домой. И команда Чишишуи по-аджуйски занимает у нас почетное место с 72 баллами. Ну а команда критиков набирает 70 баллов, поэтому Чишишуи по-аджуйски, не выбирайте больше себе такое название. Увидимся в следующем раунде. Победителей мы поздравляем, они переходят в следующий тур. Это ваша победа. Ну а вас, друзья, я приглашаю сюда под аплодисменты победителей, конечно. Да. Друзья, по традиции мы дарим прекрасные книги. Уверена, все эти рецепты вы знаете, но лишний раз перечитать тоже приятно. Да. Салями там есть? Салями есть, да, все как ты любишь. Аплодисменты еще раз команде «Критика Гурманов». Да. Ребят, занимайте свои места здесь. Дорогой мой друг, телезритель, напоминаю тебе, что как только ты посмотрел эту программу, сразу же отправляйся в социальную сеть ВКонтакте. Именно там сегодня ты можешь проголосовать за лучшего, по твоему мнению, игрока сегодняшнего сражения. Один из вас будет первым, который в дальнейшем получит специальный приз, как лучший игрок шоу Well Done второго сезона. Вам спасибо. Тебе спасибо, телезритель. Всем спасибо. До встречи в следующий раз. Пока.